Жителям микрорайона улицы Богдана Хмельницкого больше не нужно ехать за медицинской помощью в соседние больницы или стоять в очереди в офисы врача общей практики. Сегодня здесь открылись сразу две поликлиники – детская и взрослая. В торжественном мероприятии принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Раньше в этом четырехэтажном здании располагался учебный корпус сельскохозяйственной академии. Долгое время помещение пустовало, а с января здесь начались ремонтные работы. Теперь тут располагаются офисы врачей общей практики и педиатрическое отделение. Мы преобразовали практически в соответствующую поликлинику для того, чтобы своевременно оказывать качественные медицинские услуги в шаговой доступности жителям данного микрорайона. Здесь будет 8 терапевтических участков, которые будут обслуживать жителей этого микрорайона. Ну и 6 педиатрических участков. Ну и в перспективе открытия стоматологической службы всей. Микрорайон Богданка запланировано один из самых красивых уголков нашего города. К взрослой поликлинике уже прикреплены около 8 тысяч жителей микрорайона. В будущем их количество вырастет до 40 тысяч. А детское отделение рассчитано на лечение более 10 тысяч малышей. Прежний офис врача общей практики по улице Богдана Хмельницкого с потоком пациентов уже не справлялся. В очереди мы по 3 часа стояли. Там и ремонта не было, и коридоры узкие были. Ну и врачи постоянно менялись. Что будет лучше? Давайте. 3-4. О, отрежьте. В новой поликлинике открыто 3 участка врачей общей практики. Есть процедурные и диагностические кабинеты, а также дневной стационар. Здесь же принимают и узкие специалисты. Пациенты, какие вы вопросы в основном? Кому обращаются? Терапевты? В основном к терапевту. Нас спрашивают, конечно, чтобы специалисты были. В детском отделении также созданы все условия. Малышей микрорайона будут принимать 6 педиатров. Здесь уже появились первые пациенты. Вот мы сейчас находимся в физиолечении, сюда. А здесь очень нам нравится, светло, очень много для детишек, много всего интересного, есть игрушки, мы довольны. На ремонт поликлиники было выделено более 6 миллионов рублей. Медики отмечают, в новых просторных помещениях и работать приятнее. В скором будущем растущий микрорайон получит весь необходимый комплекс медицинских услуг в шаговой доступности. Осенью здесь откроют 10-й по счету филиал городской стоматологической больницы с детским и взрослым отделениями. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.